Баймол также имеет Андротозоу – зоопарк, который расположился на втором этаже прямо над Дубай-аквариум и состоит из трех частей – тропический лес – Рейнфорест, скалистый берег – Рокишор, живой океан – Living Ocean. Здесь представлено более 40 экспозиций, среди которых можно увидеть как обитателей рек, морей и океанов, так и множество рептилий, птиц, млекопитающих, членистоногих и моллюсков. Наиболее внушительными являются 5-метровый морской крокодил массой более 750 кг, очаровательные выдры, гигантские паукообразные крабы, милые перуанские гумбольдовы, пингвины и сюрреалистичные морские драконы. Но здесь также имеется экспозиция с представителями дикого мира Аравийской пустыни. Среди них змеи, ежи, лисицы, ящерицы, скорпионы и насекомые, которые ведут преимущественно ночной образ жизни. На выходе доступен магазин с сувенирами и товарами, посвященными этому уголку природы посреди современного мегаполиса. Здесь же можно приобрести фирменную красивую открытку или магнитик в память о путешествии. Здесь гарантировано прекрасное настроение и положительные эмоции. Особенно будут рады юные посетители, но даже взрослые будут полны впечатлений.
штука замерла и выше одекра. Дальше. Один мальчик, другой.